Балабанову далеко Балабанову. Не будем уходить. Я к Балабанову. В «Братья» вы... Понимаете, в чем дело? Я был под влиянием Тиграна Кеосаяна в то время. Так. У нас была компания. Я только снялся в фильме «Звезда». Угу. И у нас на «Кинотавре» зародилась такая компания, которая называлась «Звездочка». Это Кеосаян, Дроздова Ольга, Дима Певцов. Наездами, Рыжий Иванушки, Стас Дужников, Оксана Фандера, жена Олега Фомина. Да. В общем, это звездочки. Тигран Кеосаян был таким пионер-вожатым, он всех кормил, поил. Мы не спали там сутками, все выпивали, гуляли. Это было все очень здорово. И Тигран Кеосаян искренне ненавидел Балабанова. Вот искренне. Ненавидел? Ненавидел. Как человека? Как человека, как человека. Так. Тигран Балабанов достаточно жестко высказывался по многим национальным вопросам. Тигран это бесило. Я знаю историю, что Тигран его как-то даже ударил. Я этого не видел. Я не слышал ничего хорошего. Так как я был в компании Кеосаяна, я к Балабанову относился достаточно... Я был маленький, мне было 19-20 лет, 21. Я, естественно, был очень... Когда человека направляют, когда человека... Ага, ведомый. Да. А, так. И позвонили мне, предложили прийти на... Даже не пробы, а встретиться с режиссером Балабановым, когда он снимал, по-моему, «Войну». Угу. Я пришел, и Балабанов так на меня стоит, смотрит глаза мне. Угу. И почти ничего не говорит. И там была такая какая-то... А я уточню, это кастинг был на главную роль? Да. Угу. То, что Лёшка Чадов сыграл. Угу. И это, может быть, даже было до того, как Тигран Кеосаян со мной начал вот так меня... Но я помню, вот когда он так стоял, смотрел на меня Балабанов, и мне показалось, что же это за бес такой. Там были такие непонятные... Мне тогда показалось, что злые. Сейчас я совершенно другого мнения. Мне показалось, что это такие вот бездонные, черные такие... Они были темные, какие-то вот такие глаза, которые я не могу понять. А я привык, что меня в то время... Там я был такой веселый, молодой, и все как-то меня так, Лёшка, а тут совершенно другая история. И я сказал, я никогда не буду сниматься в фильме Алексея Балабанова. Я это сказал. И не прошло еще несколько лет, и мне позвонили, сказали, Алексей, мы хотим пригласить вас на пробы к Алексею Балабанову на главную роль. И вот жизнь, она тебя... Никогда не говори никогда. Никогда не говори никогда, да, и жизнь себя. Тебя вот лупит так, что... Не лупит, а... Просто это будет несправедливо, если мы сказали, а не, вот это я должен сказать. Я Балабанова понял только тогда, когда он умер, что это великий человек и гений. Я очень жалею, что у меня нет возможности вот сейчас с ним поговорить. Потому что тогда, когда он мне звонил по ночам и мне говорил какие-то вещи, действительно серьезные, волнующие, я не понимал, что он меня хочет. У меня были бабы, рестораны, очередные сериалы. Мне нужно было быстрее куда-то бежать, зарабатывать какие-то деньги. И мне вообще было неинтересно, что мне Леша Балабанов говорит о вечном.